Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на акварельном мастер-классе «Осенние коты». Для мастер-класса нам понадобится бумага для акварели, акварельные краски, кисти номер 6 и 2, карандаш и ластик, а еще вода. Сейчас мы с вами нарисуем набросок карандашный. Для этого нам нужно нарисовать что-то вроде изогнутой сардельки. Так, рисуем верхние части, прорисовываем вниз, вот так, и вот так. Так, сейчас нам нужно нарисовать нашему коту ушки. Раз и второе ушко. Сейчас нарисуем мордашку. Сделаем ее чуть побольше этой сардельки. Вот так. Такой у нас щекастый кот получится. Сейчас нарисуем носик. Так. Здесь мы нарисуем бантик. У нас будет кот-джентльмен. Вот так. Нарисуем глазки. Так, он у нас какой-то немножко косой получился. Вот так. И щечки. Так, левая щечка у нас получилась довольно большой, мы ее немножко уменьшим, лишнее уберем попозже. Так, сейчас нам нужно нарисовать лапки нашему котику. Так, рисуем. Раз, два, три. И сами ручки. И еще одну. Так, нарисовали. Молодцы. Сейчас будем рисовать попку нашему коту. Так, наверное, она у нас большая. Сделаем ее чуть-чуть поменьше. Так. Нарисуем хвостик. Хвостик у нас будет такой загнутый, как пружинка. Хвостик-пружинка. Вот так. Тоненький и проворный. Так, сейчас нарисуем ножки, задние лапки. Да, три. Три. Отлично. Сейчас надо нарисовать пузико. У котиков же нижняя часть всегда немножко светлее. Ну, у большинства котиков. А так. Это будет часть у нас белым цветом. Белая. Сейчас мы немножко уберем лишнее. Вот так. Ну что, наш карандашный набросок готов. Сейчас будем все закрашивать. Для этого возьмем оранжевый цвет. Вы можете выбрать любой цвет вашего кота, который вам понравится. И мы начнем с хвоста. Также вы можете сперва залить весь набросок водой, а потом уже добавлять пигмент. Но я пошла по легкому пути и заливаю сразу.
Ну что, пружинка готова. Теперь будем закрашивать все остальные части. Не закрашиваем мы сердечки, потому что они у нас будут розового цвета. Мы их обходим стороной, заливая лишь лапки. Так, продолжаем дальше, закрашиваем колбаску нашу. Так, пузико оставляем белым цветом. Можно пока придумать название вашему коту. Я, например, своего назову сосиска. Он такой длинный, как сосиска. Так, тут, видите, я забыла прорисовать, ничего страшного. Тоже рисуем сердечки, оставляя их белым цветом, не прокрашивая до конца. Вот так. Ушки. Закрасили ушки. О, вот так. А вот такой у нас получился акварельный кот. Сейчас ждем, пока у нас высохнет. Добавили. Будем рисовать щеки. Вот такой у нас получился рисунок. Сейчас мы с вами ждем, пока он подсохнет. Потом мы возьмем черную гелевую ручку и красиво все раскрасим. Так, у нас подсохло. Начнем с хвостика и будем обводить. Ввели хвостик, теперь лапки обводим. И так идем по всему рисунку. Отлично, теперь приступим к носу, введем нос, сделаем вот эту полосочку, разделяющие половинки, глазки, бусинки, ушки обведем, так, здесь можно сделать немножечко потемнее. Кончики ушей у него будут такие немножко темные. Так. Вот так. Отлично. Полосочки. Какой рыжий кот без полосочек? Вот так вот. И здесь мы тоже полосочки нарисуем. Усики. Раз, два, три, четыре. Так. Улыбочку не стоит. Ну что, почти закончили. Нарисуем сейчас полосок. Такие, видите, неаккуратные у нас движения. Ну, такой вот у нас полосатый тигр получился. Рисуем сейчас по всему коту. Сейчас, чтобы хвост казался у нас тоже чуть объемным, мы сейчас не забудем про ножки, лапки и про хвост. Так, ну что, наш кот почти готов. Сейчас вы можете, дорисовав полоски,
взять ножницы и обрезать по контуру. Вот такой красавчик. Вот так получилось. Сейчас возьмите ножницы и обрежьте по контуру. Такого кота вы можете использовать в качестве закладки книжной. Ждем вас на наши акварельные мастер-классы и ждем вас в гости в нашей библиотеке. До свидания!